Возле торгового центра «Лаванда» на улице Вакуленчука, 29, планируется строительство образовательных и коммерческих объектов. Об этом пишут наши коллеги из интернет-портала «Форпост», ссылаясь на документ Департамента архитектуры и градостроительства правительства Севастополя. На территории более 10 гектаров запланировано возведение магазинов с подземным паркингом на 29 мест, здание для занятий спортом, два детских сада на 120 и 260 мест, трансформаторные подстанции, а также здание делового управления, проведение научных исследований. Известно, что в конце прошлого года государственное казенное учреждение «Единая дирекция капитального строительства Севастополя» подписало 3 государственных контракта в общей сложности более чем на 1 миллиард рублей с обществом с ограниченной ответственностью СУ-82 из группы компаний «Интерстрой». Подрядчик займется строительством детских садов и физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для бокса и залом общей физической подготовки. Завершение работ запланировано на 2026 год. В настоящее время проходят общественные слушания проекта. Они продлятся до 10 февраля в онлайн-формате. Экспозиция же будет доступна на сайте Департамента архитектуры и градостроительства с 17 по 31 января. Оставить свои предложения и замечания севастопольцы могут онлайн, перейдя в раздел «Общественные обсуждения» на сайте ведомства или в письменной форме в адрес организатора с 9 до 17 часов по адресу улица Рабочая, 5А.